Однажды, в студеную зимнюю пору, я из лесу вышел. Был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворост увоз. И шествуя важно, в спокойствии чинном, лошадку ведет под усцы мужичок в больших сапогах, в полушубке овчинном, в больших рукавицах, а сам с ноготок. Здорово, парнище! Ступай себе мимо. Уж больно ты грозен, как я погляжу. Откуда дровишки? Из лесу, вестимо. Отец, слышь, рубит. А я отвожу. В лесу раздавался топор дровосека. А что, у отца-то большая семья? Семья-то большая, да два человека всего мужиков-то. Отец мой, да я. Так вот оно что. А как звать тебя? Власом. А какой тебе годик? 6-й миновал. Ну, мертвая! Крикнул малюточка басом. Рванул под усцы и быстрее зашагал.